Итак, народ, всем привет. Сегодня ко мне на обзор попал BlackBerry 99.00. Моделька очень хорошая. Так, информация телефона. Так, сейчас мы будем смотреть, что там у нас в коробке. Это значит телефон, такая штучка, мануалы всяческие тут должны быть, коробочки, да, только есть. Смотрите, что видим. Так, что у нас тут еще? Даже чехол положили, круто. Так, здесь чего у нас? А здесь у нас детский класс. Тут у нас наушники разъемы 5 мм обычные. Потом USB кабель и зарядка. Вот она. Так, такая коробочка задняя части, точнее, такая вот она. На всяческих языках написано. Так, ну, соответственно, сам телефон. Ну, телефон, конечно, просто супер. Сейчас посмотрим тут внешний вид. Телефон, да, реально крутой. Рамка у него металлическая. Здесь у него так разъем. Micro USB 3,5 мм. Задняя крышечка под карбон сделана, она так красиво переливается, так не видно, правда, через камеру плохо, но она переливается. На ней еще пленка есть. Что-то не хочет фокусироваться. Телефон, конечно, выглядит супер. Вообще. Так, вот у меня клавиши здесь, качельки громкости. Это, я так понимаю, под это, под камеру кнопочка. Здесь он так облокируется у нас. Оп. И, кстати, он еще даже сенсорный. Еще вообще супер. Кнопочка. Такие вот клавиатуры. Так вот у него все устроено. Необычный аппарат, эта кнопка тоже сенсорная, конечно, классный аппаратик, вообще по ощущениям в руке лежит просто супер. Wi-Fi есть, Bluetooth есть, ну, в общем, все как положено для современного смартфона. Уже успел даже пофотографировать здесь немножко. Так, это видео снимаю. Ну, фотографии снимает хорошие. Очень даже неплохо. Процессор, по-моему, этого аппарата 1,4 МГц. То ли 5, то ли 8 пикселей камеры. Точно не помню, там что-то сопел. Фотография делает, кстати, хорошая. Конечно, приятное впечатление от этого аппарата. Телефончик просто бомба. Так, сейчас мы проверим кнопочку для камеры. Да, это кнопка. Приближение. Да, аппарат, конечно, хороший. Заторовочка. И когда он так включается, еще тоже, кстати, я сразу понял, что надо делать. Вот так. Screen and keypad. Unlocked. Это надо
обязательно нажимать вот эту вот кнопочку. Раз, и разблокировался. Заблокировался. Это аппаратик хороший. Так, крышечка. Так, батарейка. Вспышечка есть. Все как положено. Так, заглянем под крышечку, под эту, под батареечку. Глянем информацию на самом телефоне. Вот он. Так, аппаратик, конечно, суперский. По 12-бальной шкале я ему дам так твердую десяточку, 10,5 баллов. Это точно. Этот телефон вполне заслуживает эту оценку, потому что внешний вид реально солидный, красивый. Очень хороший аппарат. Ну так, всем спасибо, до свидания.